Необычную картину наблюдали сегодня утром сотрудники Муромского завода радиоизмерительных приборов. Видео с загадочным поведением неизвестного мужчины у проходной появилось в социальных сетях. В порыве ярости молодой человек опустошил багажник своего автомобиля, устроив настоящую свалку у проходной. Что стало причиной такого поведения, неясно. Подписчики соцсети предположили, что таким образом мужчина вернул жене ее вещи после развода или ссоры. По другой версии, такую реакцию героя спровоцировало увольнение с завода. Охрана предприятия появилась не сразу, однако, по словам очевидцев, через какое-то время ей все же удалось утихомирить дебошира. Остается гадать, кому пришлось собирать с площади хлам.